4 выставочных зала, 4 известнейшие пьесы. Выставка предлагает современному зрителю воспринимать цикл классических произведений Антона Павловича Чехова «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры» как одну большую пьесу или современный театральный роман. Оказаться в чеховской эпохе теперь можно в мемориальном доме архитектора Левчука. Здесь расположились экспонаты выставки «Власть сада». Главная идея проекта – бессмертие вишневого сада и пьеса «Вишневый сад». После посещения выставочного зала посетители смогут научиться читать Чехова или по-другому взглянуть на творчество и произведения известного драматурга. Коллекцию экспонатов предоставил региону театральный музей имени Бахрушина. Вот это путешествие совершите, и вы поймете... Вглядитесь, пожалуйста, в этот мир чеховских героев. Он удивителен, он очень современен, на мой взгляд, потому что сама подача выставки очень современная. Вы обратили внимание, насколько пространство мемориального дома Левчука преобразилось. Экспозицию составили эскизы, макеты, афиши, костюмы, мемориальные предметы и фотографии. Отдельное место выделено под галерею портретов актеров, игравших чеховских героев. Основной символ мотива Чехова-драматурга – береза. Именно поэтому пространство музея на время работы выставки украсили шторами с рисунком в виде березовой рощи. Дополнили созданную атмосферу чеховской эпохи эскизы театральных художников Сергея Бархина, Давида Боровского, Владимира Дмитриева и Владимира Серебро. Эта выставка рассказывает о легендарных спектаклях чеховских пьес, начиная с момента создания до последнего времени. Таким образом, мы можем увидеть, как менялось отношение режиссера, общества в целом к Антону Павловичу Чехову. В Ульяновске выставка надолго и будет работать до 20 апреля 2023 года. Алина Тихонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.